Скажу коротко, была у меня отличная идея, но ее просто долго делать, так что выйдет позже. Ну да. А сегодня мы узнаем, сколько скинов купит у меня за 24 часа. Выставлю я 20 разных скинов за цену чуть ниже рыночной и посмотрим, сколько смогут купить. И да, всем привет, дорогие друзья, с вами MS My Inspector Gaze, не буду тянуть время, и мы начинаем! Ну, во-первых, мне нужно 1000 голды, а они у меня есть. Ну, сами посчитайте, 20 купонов по 50 голды, это 1000 голды суммарно. Кстати, если что, вот мой ID, но если хотите купить скины, давайте перейдем к записи, где я все скины, собственно, и выставлял, а для вас я это все прокомментирую. Вот вам мой инспектор только что сказал то, что сейчас какой-то челик, точнее, снова же мой инспектор, будет озвучивать вам эту запись. Но я, блядь, не знаю, как ее озвучивать, я просто выставлял, смотрите как. По редкостям, смотрю. Необычное, смотрю ненужные скины, продаю. Базовое, продаю. И так до конца, до легендарного качества. Все, я ускорю запись, ну и в принципе это все. У меня даже 2 или 3 раза крашилась игра, знаете как? Блять, просто кнопка отмены, точнее кнопка назад на рынке исчезла, блять, класс. Ну и вот, в принципе, все скины, которые я смог выставить. Решил еще, чтобы игроки заметили, выставить скрины и ID в Discord сервер Блок Страйка. Ну все, ждем 24 часа, завтра в 19:40 по МСК узнаем, сколько у меня скинов купили. 3 слишком молод для этого дерьма, я слишком стар для этого дерьма. Поэтому все так произошло. Ты философ? Я еблан. Прошло уже 24 часа, даже чуть больше, но прикол в том, что не все скины купили. Ну короче, купили 14 скинов, если что, не считайте ФАМАС за 600 голды, я его по рофлу выставил. Хотел бы почитать плюс, но я выдавал призы победителям в тот день и открыл пару кейсов, так что я сам не знаю, какой там у меня плюс. Если что, мой ID в описании, а, ну да, нужно сделать итоги видео. В общем, если хотите продать скин фастом, то просто ставьте цену ниже рыночной, блять, ну да, очевидно. Спасибо, что посмотрели это видео, следующее видео не будет таким скучным, и всем пока!